Москва, 16 мая, РИА Новости. Президент России Владимир Путин не нарушил правил дорожного движения, находясь во время проезда по Крымскому мосту за рулем КамАЗа непристегнутым ремнем безопасности, поскольку этот участок формально еще нельзя назвать дорогой. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, СО, Денис Симонов. На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было, подчеркнул он. Накануне Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, возглавив за рулем КамАЗа колонну грузовиков. Глава государства проехал от Тамани до Керчи за 16 минут. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что право на управление грузовым транспортом Путин получил около 20 лет назад. В ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КамАЗе, Песков заявил, что не видел, был ли он пристегнут или нет. Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России – 19 километров. Начало движения автомобили изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен с 16 мая. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Воспроизвести видео. Воспроизвести без звука. Чурент тиме 0.00. Слеж продолжительность 0.00. Загрузка 0% прогресс 0% тип потока в эфире. Оставшееся время минус 0.00. Скорость воспроизведения 1 главы. Главы описания выкл. Выбрано описание. Я субтитры выкл. Выбраны субтитры Chaption Settings. Откроется диалог настройки подписи подписи выкл. Выбрана подписи звуковая дорожка от Slowest полноэкранный режим TIS и самодал Windows. Chaption Settings диалог beginning of диалог Windows. Эчапи уил чанчелянч лоси эту индау. Текст чала руль теблач крит брен блу эйлу магента чан транспарент ча паку эсем и транспарент бач гроун чал урблач котерит грен блу эйлу магента чан транспарент ча паку эсем и транспарент транспарент уиндау чал урблач котерит грен блу эйлу магента чан транспарент че транспарент сэми транспарент топаку э фонд сизе 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% текст эдгистелина не райсет депрессиду не форм дроп шадоу фонд фамилы пропортионал санс сериф манаспачу санс сериф пропортионал сериф манаспачу сериф чесуал шрифт смал чапс дефаульт да не путин за рулем КамАЗа промчался по Крымскому мосту. Закрыть видео. Закрыть окна тысь и сам отдал Windows. Модальное окно можно закрыть, нажав S или кнопку закрытия окна. Точка закрыть окна тысь и сам отдал Windows. Модальное окно можно закрыть, нажав S или кнопку закрытия окна. Точка, 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 точка. ВКонтакте, ФЧБК, Одноклассники, Туиттер, Уатсап, Вибер, Телеграм. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Путин за рулем КамАЗа промчался по Крымскому мосту. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ру.